В городском округе продолжается дезинфекция мест наибольшего скопления людей. Особое внимание направлено на транспортные узлы. В вестибюлях и на платформах станции Люберцы-1 три раза в сутки проводится санобработка. Подробности далее. Электрички ходят по расписанию, станция работает в штатном режиме. Только пассажиропоток снизился на 84%. Раньше через Люберцы-1 и 8 платформ проходило 30 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра едва превышает 2 тысячи. Вопросу безопасности людей, которые в период эпидемии пользуются общественным транспортом, власти округа уделяют самое пристальное внимание. Кроме того, что мы стремимся отследить здесь за этим вопросом, постоянно отслеживают по моей просьбе работники полиции, Роспотребнадзор. Этот вопрос очень важен, тем более на территории городского округа у нас 8 платформ и одна станция, станция Люберцы. Кассы, терминалы для покупки билетов и турникеты подвергаются дезинфекции. Сотрудники станции обеспечены средствами индивидуальной защиты. После каждого рейса электропоезда обрабатывают специальными растворами. У нас есть мотор-вагонное депо, депо Раменское, депо Куровское, где производится дезинфекция подвижного состава как внутри, так и снаружи в соответствии со всеми санитарными условиями. Такие меры предосторожности действуют во всех предприятиях городского округа, которые продолжают работать в этот период. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.